обратились мне жители города Сим, живущие по улице Кирова, на берегу реки, с просьбой заснять то, что река Сим размывает берег, и причем добралась уже до их огородов. Надо срочно принимать какие-то меры. Сейчас я вам покажу. Река Сим размывает берег. Скоро огороды окажутся в реке, потому что подошла уже вплотную к забору. Раньше здесь можно было ходить спокойно пешком. Сейчас здесь есть вероятность, что упадешь в реку. Пройти пешком не получится. По поводу берега, с папкой мы ходим, выбиваем пороги, это все без толку. Никто ничего не помогает. Начинается, как куда ветка, вода так у нас отмывает. Смывает все. Привозили нам груз оттуда, с этого. Ну, с горы, а он весь стек. И он стекает его. То есть вам эту глину с горы привозили? Да, вот, он, его видно же, вон. Так, ну я смотрю, здесь вот сделано все. Это они делают за свой счет уже. Там вот депутат у нас сама тоже все делала, вышла. Вот там депутат, ну, бывший. Угу. Вышла. Вот, молодцы, сделали. Я смотрю, у вас хорошо здесь размыло? Очень подобралось. Конечно, у меня огород был вот. Раньше здесь ездила машина у нас. Там ходили. Они вот сделали вот там берег. А зачем они отсыпали? Мы встречались. Каждый зачем год тот берег засыпает. Зачем они засыпают там? Непонятно. Все, самый бой у нас вот в это вот уходит. С второго года мы мучимся. Вот как во втором году был паводок, вот с тех пор мы мучимся. Оно получается. Весь бой-то сюда идет. Кстати, русло был вон там дальше. Ну там дома настроили. Они насыпали с той стороны. Делали. И речки сюда перенесли. И все, русло сметилось. Все, у нас сейчас все смывает. Вот. У нас во втором году даже шла речка вот по бане. Вот когда паводок был, вот вся вода шла, вот никто не собрал. Вот как же, вот как забор есть. Да? Вот этого здесь вообще ничего не было. Это было прям до самого дна, все смыло у нас. Это вот глина, ну это еще не фотографировали. Но... Вода как спадет, они плиты лежат здесь. Они плиты там лежат в речке. А потом... То есть там плиты есть, да? Да. Оно потом... ну как их нас... было, половина плит, они уже вот там уже. Нет, здесь надо отсыпать. Да. То есть надо вести, не с горы надо вести вот эту глину, а именно надо, нормальный грунт. Надо бутовый камень. Да, да. Или же вот скалы ломают сейчас на трассе, вот хотя бы их. И начинать вот отсюда, прям вот ноги, вот отсюда начинать. А лучше всего надо делать, как на железной дороге. Вот в эти квадратные сетки. Сетка. Вон как у этого сделано. Да. Действительно, в данном месте поворот реки, и именно в этом месте будет подтопление и дальше. То есть, если там берег не укрепить, вода будет размывать, пойдет дальше и дальше. Здесь надо обязательно укреплять берег.